Это полное разочарование. С эффектом заминирования пуси. Всем привет, ребята, с меня Маша. И сегодня я начинаю снимать видео-хол с моими покупками за месяц. Ну, месяц, несколько недель. Каждый раз, когда буду что-то приобретать себе новое, я буду вам это показывать, вместе с вами это открывать. Я надеюсь, что вам понравился такой контент. Я не знаю, мне это очень спонтанно эта идея пришла, пока я смотрела всякие холы на YouTube. Я подумала, почему бы не снимать каждый раз, когда мне что-то приходит, и не показывать это вам. Поэтому я надеюсь, что вам понравится эта идея. Поэтому давайте начинать. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И сегодня я была в Золотом Яблоке. Екрю и Мак, которые пришли на замену Бешке и Заре. Если честно, я хочу сказать то, что это полное разочарование, потому что я ожидала чего-то реально, типа... Нет, единственное, что мне понравилось в Бершке, я вам сейчас покажу. Все остальное, типа, слишком very basic и очень скучное. В общем, сначала я вам покажу, что я купила в Золотом Яблоке. Но там мало всего, потому что я шла в Золотое Яблоко просто так. У меня не было никаких желаний. Я даже не знала, что мне надо, что я хочу. Я только хотела одну такую помаду, которая тающая, типа, помада. Но ее не было. Поэтому я купила кое-что другое. Сейчас мы с вами откроем это все. 4000 рублей. Первое хочу вам показать. Наверное, вот это, ну, самое неинтересное. Это, собственно говоря, прозрачный блеск для губ. Вау, какой он красивый. Мне нужен был просто кристально прозрачный блеск для губ, чтобы такой был эффект красивый. Ну, сейчас они, конечно, блестящие, но, типа, с этим они были бы еще, ну, могут быть еще лучше. Manly Pro Lip Gloss Нектар в оттенке личи. Ну, очень классно. Теперь следующее хочу, что я вам показать. Наверное, вот эту палетку теней от Клио. Я не знала, что этот бренд есть в Золотом Яблоке. Ну, наверное, он относительно недавно там появился. И там такие достаточно, мне кажется, старые коллекции, потому что новые, которые я видела, их там нет. Вот, но я купила себе палетку теней. Она прям очень красивая. Мне нужна была палетка с холодными оттенками розового. Я еще хотела от Клио взять блеск для губ, но оттенок, который я хотела, там его не было. Ну, как бы не все холодные оттенки. Вот этот такой теплый, больше этот тоже. Вот, какая красота. Мне очень нравится вот этот цвет. Вот эти блесточки, вот эти блесточки, вот этот коричневый. Да, и тут еще такая маленькая кисть идет внутри. Класс. И следующее, то, что я вообще купила кота в мешке. Масло для губ от Chupa Chups. Я вообще понятия не имею, что это. Там даже тестера не было. Я надеюсь, что он будет с цветом. Хотя бы с каким. О, да, он с цветом, ура! Ну, наверное, на губах он будет, конечно, не такой. Ну, вообще, его практически не будет заметно. Ну, да, мне нравится. Так, главное, чтобы он не вонял. Да, он не воняет, фу, слава богу. Ну, вот такой вот он, видите? I like it. Намазал. И довольный. Вот такие три покупочки, и дальше я вам хочу показать то, что я купила в Екрю. Ну, не я купила, а моя мама, потому что она еще давно туда сходила, почти сразу после открытия, и прикупила мне вот такие шорты оттуда. Ну, типа, они не самые модные, которые сейчас. Сейчас модные шорты, которые просто прямые, без карманов. Но это такие, знаете, это чисто вот в Турции ходить, мне кажется. И следующее я вам покажу, очень классное. Кое-что. Вы знаете, мне магазин мой любимый Keygirl на Wildberries часто присылает вещи на рекламу, но когда у них выходит новая коллекция и мне что-то нравится, я заказываю сама, поэтому я заказала кое-что сама. Вот, в общем, заказала я вот эти супер модные шорты. Тут еще сзади сердечки на карманах. Вот такой фасон мне прям очень нравится, это прям модно. Дальше штаны. Вот, штаны такие, они как будто подвернутые, знаете, и это очень модно. Я думаю, вы многие где видели наряды, луки с такими штанами. И это действительно очень круто. Ой, и следующие штаны, в которых я уже сегодня ходила. Тут у меня ремень. Сейчас я его уберу. Ремень, кстати, тоже Keygirl. Но эти штаны, они прям очень крутые. Они на мне прям идеально сидят. И они очень интересные. Ну, я не знаю, я не видела такие нигде. Посмотрите на это. Это вот такие вот классные штаны. Тут вот такие дырки. Видите? Типа они не на коленках, а вот здесь. И это очень модно. Все, больше у меня покупок нет, поэтому встретимся тогда, когда что-нибудь новое я себе куплю. Итак, всем с
Снова привет, сейчас день номер 2. И опять я вам показываю покупки. В общем, сегодня мы были в Цуме. После того, как мне вырвали два зуба мудрости, мне родители решили сделать презент за мою храбрость. Первая вещь — это вот такая кепка от Golden Goose. Короче, ну вот такая кепка. У папы есть похожая, типа такой же формы, тоже белая. И я у него его брала постоянно. Поэтому я решила вот себе, да, купить. Вот с такой вот полузвездочкой. Дальше показываю вот пакетик, да. Так, вот мешок. Первая вещь — это вот такой вот топ. Он шел еще вместе с лосинами, но ими не пораз. Поэтому просто вот такой вот классненький топ на лето. И следующий лот. Вот такие крутые джинсы. Но они мне большие, поэтому мы их купили, чтобы их подшить. Тут внизу еще шорты, которые наверху вот так выглядывают. Тут еще вот сразу с ним ремень идет, с этим вот, с дизелем, вот этим вот значком. Вот такие, короче, классные джинсы. Поэтому я сейчас их надену, вам покажу. Вот я надела эти штаны, я сейчас отойду, чтобы вы поняли, насколько они мне большие. Да, вот. Это они еще подверг. Но они очень вот тут интересные. Тут, типа, это слой такой, типа, это как шорты внизу они. А это вот тут джинсы начинаются, тут вот такой ремень. Сразу с ними идет, его можно снять и на любые другие джинсы надеть. Еще я вам забыла показать. С Wildberries пришли нам две вещи. Первое — это отбеливающая пенка для полости рта. И гель для бровей, который сейчас что-то супер классный, все им пользуются. У него еще очень интересное название. Называется Pussy. Вот, я даже не шучу. Чего ты ржешь? Ужасно. Чем вы купили? Писька называется. Так, вот сейчас откроем. Сфинктом заминирования пуси. Всем привет! Сейчас следующий день. Очень жарко, просто невыносимо. И сейчас мы с вами откроем посылку. Тут всего лишь две вещи. Короче говоря, я особо не могу смеяться, улыбаться из-за того, что у меня очень болит щека. Короче, тут две кофты. Это, конечно, я не знаю. Очень тупо, наверное, было покупать две кофты, когда сейчас по 25 градусов на улице. Ну ладно. Вот первая такая желтенькая. Очень мало нормальных худи, и это проблема, потому что основной причиной отрезать волосы, это вот то, что я не могла носить нормально худи, потому что с моей такой средней длиной у меня отвратительно лежали волосы, когда я надевала худи разные. И вот, наконец-то, я их отстригла, и теперь я могу носить худи хоть какие, любые. То есть первый такой вот желтенький. Ну, он такой необычной формы, не просто прямой, а такой короткий. Вот тут сзади ангелочки. Второй, он просто черт, nothing interesting. Но этот он без начеса, да? А, нет, с начесом. Ну, буду ждать какого-нибудь дня, когда будет холодно, чтобы это найти. Просто черный. Фу, просто не представляете, тут просто так жарко. Кстати, джинсы, которые вчера я приобрела, они уже в ателье. И скоро будут уже у меня. Ну, завтра, послезавтра. Всем привет! Спустя где-то, наверное, дня 4 с последнего моего включения. И сегодня мне пришла очень интересная посылка. Короче говоря, рядом со мной стоит почти 1,5-метровый ростом с меня вентилятор. Потому что в моей комнате нет ни кондиционера, ничего. И летом просто можно сдохнуть от жары. Короче, ну это было невыносимо. И прошлое лето я как-то выжила, не знаю как. Но это лето я терпеть не собираюсь. Поэтому сейчас мы откроем этот вентилятор здесь. Я вам его покажу. Но он такой напольный, типа, вот, видите? Короче, сейчас я достану и вам покажу. Вот такой вот вентилятор. Он похож, знаешь, на что? Ходят же мужики вот так вот эти, дворники, сдувают листья. Да, так, мы сейчас должны проверить, насколько он шумный, потому что я еще не знаю, как с ним жить, потому что мне жарко обычно спать ночью, почему-то мне очень жарко. Но я не знаю, можно ли его на ночь прям оставлять ученым из-за того, что меня может типа продуть. Так, что там замигало? Ну нифига себе, это Борг, оно не должно орать. Ну давай, включай. Да что-то грузится. 3 что-то там. 4, 5. Это вот на 7 ты сейчас нажал. Это самый минимальный.
Ну вот на меня уже дует ветер холодный. А температуру нельзя греть выше, ниже? Нет? А пульта нет? Что за какая-то топорная работа? А, это скорость. Это насколько сильно? Да. Сейчас мы разберемся. Всем привет! Сейчас уже конец мая, и, скорее всего, сегодня будет последняя распаковочка в этом видео. И она опять из золотого яблока. Ну, тут, кстати, в основном ничего моего нет. Тут заказала мама себе, но я хочу вам показать. Ну, и тут еще только... Тут мой кушон один. Только. Но я вам все равно покажу все, что тут будет, потому что это все очень интересно. Я вообще обожаю, когда косметику открываю. Clio Kill Cover в третьем оттенке. И я его не смогу вернуть, если он мне как бы не подойдет. Поэтому, ну, придется как бы либо пользоваться этим, либо отдавать маме. Вот, один рефил. И вот сам кушон. Ну, у Clio очень красивые упаковки. И вот это Roma, как это так называется, тоже корейский бренд. Ой, ну какая красота, какая красота. Такой вот черный. Этот как это, спонжик? Ну, очень красивая упаковка, конечно, очень. А, ну нормально, нормально. Это примерно такой же он, как и мой тональник. Ура, и тут еще SPF 50, поэтому очень хорошо, очень хорошо. Ой, да, я довольна вот этой покупочкой, очень красиво. Поэтому покажу вам дальше, что там себе мама купила. Короче, первое она заказала Sexy Cream Blusher. Короче, это ее любимые румяна. Мне они не нравятся, потому что они прям теплого такого оттенка. А я не люблю темные. Ой, теплые оттенки. Потом она себе заказала вот такие тени. Это как у меня от Клео, только у нее в другом оттенке. Но я вам покажу, мама надеюсь не расстроится, что я ее открываю. А, ну хотя нет, тут не все теплые, прям очень красивая палетка. И вот помада, очень interesting, потому что она прям вишневая, тоже Clio. Ой, как будто бы даже я такой не могу носить. Ну хотя... Ой, да очень приятный цвет, ладно. Сделаем вид, что я это не открывала. Посмотрим, может быть мне мама его отдаст. Все, ну, короче говоря, это все, ребята, и больше, наверное, я продолжать этот видос не буду. Если вы хотите больше подобного про покупки и все такое, то обязательно ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Телеграм. Вот, ну, а это все, спасибо за просмотр, всем пока-пока!